Дорогие друзья, хочу напомнить, у нас в продаже есть обрезь красной рыбки. Рассказываю, что такое обрезь. Обрезки рыбы, которые остаются при ее разделке. Нам нужны такие ровные кусочки, чтобы делать крутую Филадельфию. И около спинки, около кожуры бывает черное такое мяско. Вот его тоже срезают. Например, вот такое вот. По вкусу ничем не отличается от рыбы, но просто... Чисто эстетически не очень красивая. Видите, темная такая штучка. Кстати, ППшники, кто любит красивые завтраки, берете обрезь, размораживаете и утром на бутербродик. Сейчас покажу. Я устал отдавать эту обрезь котикам бесплатно. Решил продавать вам, но в 3 раза дешевле себестоимости. Покупайте обрезь рыбы на любом из филиалов Пряникова по 350 рублей за полкилограмма.